Сереж, включи желтый и синий. Один, два, три. Отлично. Дорогой Валерий Павлович, это не рояль в кустах, это выполнение обязательств наших, Лены и меня, перед нашими друзьями из Осетии. Мы чуть более недели назад вернулись оттуда, из недельной поездки, из тех самых мест, где в 2008 году, вот о чем говорил Николай Игнатов и я, где мы побывали в Владикавказе, и в Южной Осетии, и в Тхинвале, и Сережа Кузнецов, там с нами было много других ребят, и Стас Юрко. Там нас помнят, там нас всегда ждут. И ребята просили поздравить тебя искренне с твоим юбилеем и причислить тебя к лику, присвоить тебе звание старейшины, достигнувшего такого возраста, но это детский возраст по сравнению с Кавказом, так что ты еще в коротеньких штанишках. Тем не менее, будь старейшиной. Вот здесь небольшие сувениры из Осетии. Значит, вот ты так задорно поешь песни. Когда ты выпьешь этот коньяк и закусишь осетинским пирогом, мы желаем тебе стать вот таким джигитом, который будет танцевать на роге лезгинку и петь песни. Вот. В общем, пригубляй, а выпивать будешь уже за столом. С юбилеем! Настоящие осетинские пироги. Раз так. Настоящего полковника, настоящего мужчины, а самое главное, настоящего человека Валерия Монастырева. Да. Да я уже попробовал, спасибо, вот еще чуть-чуть. Однозначно. И всем угости, пожалуйста, всех.